Столько много игроков не было еще ни в одной серии игры в кальмара. Новый участник Андре, номер 91. Ксюха, 1, 2, 3. Стасик, 235. Лера, пропердела из Москвы своей вернулась. Ну, конечно же, у тебя номер 540, да? И номер 424. Ты последняя новенькая. Вот. А кто ты, номер 424? Ну, печенька. Та самая, которая с нами год назад записывала, а потом из команды ушла? Ага. И сейчас ты типа вернулась? Ага. А, ну как хорошо, кстати. Ну, а Вайка же вылетела из команды в прошлой серии игры Кальмара. Лама вылетела из команды на прошлом стриме игры в Кальмара. А ты вернулась к нам в команду, поэтому, печенька, добро пожаловать! Сегодня мы все будем сражаться за этот призовой фонд, а именно одну случайную вещь из моей новой коллекции мерча. А тот, кто проигрывает во всех играх, набирает самое маленькое количество баллов, навсегда вылетает из команды наркоманов Петровичей. Навсегда! И не надо меня просить в комментариях возвращать людей обратно. Они знают, на что они идут и на что они подписываются. Если бы они не хотели выиграть бесплатный мерч, они бы сегодня здесь просто не находились. Первая игра. Правила, как всегда, жесткие. И сегодня кто-то последний раз записывает со мной ролик на этом канале. Ой, ребятки, честно вам скажу, вам не очень сегодня повезло, потому что за все предыдущие 3 серии игры в кальмара ни один человек еще до сих пор не смог пройти это испытание. Походу, оно самое сложное из всех, которые у нас здесь находятся. Так, приступим к первой части этой игры. Пончик, треугольник. Костя, треугольник. Хредик, звезда. Лерочка, тебе тоже звезда. Клайпик, зонтик, конечно же. Квадрат для сосинушки. Квадратик для Стасички. Круг банану, круг печеньки. Вообще не знаю, печенька, умеешь ты в это играть или нет. Ну, на квадрат, Андре, чайник на звезду и Ксюха на еще один зонтик. Так, а учитывая то, что сзади нас сейчас находится зонтик, Клайп, твой выход. Ну, так ты тогда отойди, я беру топор и начинаю. Ну что, Клайп, ты не сможешь это пройти. Уже 4-ю серию никто не может вырезать эти дурацкие фигуры. Ну и мы с этим, в принципе, тебе не позволим это сделать. Вот посмотрите на меня, господа. Я такие фокусы-покусы умею творить, так что все, я пройду, не переживай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ты смотри как. Да-да-да-да, оп-оп-оп-оп, да так. Следующий на поле битвы. Чё, показал фокусы-покусы, Клайп? На, держи, показал он. Картошка, присоединяйся. Я, пожалуй, откажусь. Ну, вот, не мешайте, пожалуйста, я тут хожу немножко. Картошка! Лови её! Она на стриме почти прошла всю фигуру, ей осталось 7 блоков всего лишь вырезать, и она бы все. Ты смотри, куда бежит. Стой! А куда труп Клайпа поплыл? Картошка, ты же понимаешь, что она уже примерно процентов 70 всей постройки уже закончила. Это собака, я даже по ней попасть не могу. Лови ее, не тараторь, она уже половину фигуры вырезала и чуть-чуть осталось. Да нифига она не половину вырезала, картошка, ей осталось примерно 7 блоков где-то. Ты посмотри, как... Раз, два, три, четыре. От меня никто не спрячется, Ксюшенька. Это треугольник, значит, в этом замешаны иллюминаты. Значит, я проиграл, пацаны, прощайте.
Давай, смотри, ты мне поможешь, квадратик. Давай ты меня трогать не будешь, пожалуйста, квадратик хорошенький. Костя, не подлизывайся. Айди, вырезай там уже фигуру наконец-то. Картошка, следи за ним, чтобы он не мухлевал там. Ну, да. Клайп, это за тебя. Ой, ё-моё, мне показалось, я промах... А, ой. А вы понимаете, что мы даже в него удочку не кинули? Он сам просто взял и промазал. Вы это же... Клайп. Вот и лежи там со своим поплывшим братком, Костя. Как можно промахнуться, даже когда... А, походу, и в этой серии никто не пройдет эту игру. А следующий квадрат, Пончик, твоя очередь. Только у меня не квадрат, а треугольник. Пончик вылетает. Сосинушка, дорогая ты моя, ну у тебя же самая легкая фигура, у тебя квадрат. Тебе просто в четыре стороны нужно. Пью, туда, пью, сюда и все. И ты прошла, выиграла, не вылетела из команды, возможно, даже призовой фонд себе заберешь. Давай, дорогая, начинай. Раз, два, три. Я-то это, вы меня сначала догоните, как бы, а потом я буду это пью, пью и так далее. Сосина, мы тебя догоним, ты даже не переживай, давай, начинай уже. Пошла, поехала, пошла, давай, самое главное, не промахнись, как это Костя сделал. Картошка, хватит меня толкать, сосину толкать надо, а не меня. Ой, побежала, и картошка продолжает меня толкать, ты ненормальная картошка, что ли? Я случайно, она тут тоже бегает, это... Картошка! Так это картошка Эда толкнула, вот он это и попал сюда, это же не я, да, все же видели, что это не я. Картошка, вот убивай ее. Прости, Соня. Пока. Картошечка, давай! Пока. Ну хотя бы кто-то один, пройдите, пожалуйста, вас еще четверо осталось, у кого еще круг, выходи сюда давай. Печенька, у тебя же круг, ты новенькая, но зато ты уже старый наркоман Петрович, начинай давай. А мощно не надо. Печенька, смотри прикол, вот ты только вернулась, а сейчас опять вылетишь. Вот я об этом же не успел отвернуться в команду, как сейчас ее сразу же покинешь. Давай, начинай, за все эти трупы, отомсти нам с картошкой, как надзирателям. Давай, правой кнопкой, пошла-поехала. Картошка, лови ее, Неплохо идет. Так вот оно как, трупами в футбол можно играть, походу, ой, походу это наша следующая мини-игра будет в следующей серии игры в кальмара, нифига себе. Хватит трупами в футбол, я не знал, вот куда он поплыл. Печенька, ты смотри, как она уверенно идет, ты смотри, первый, наверное, человек будет, который Пожалуйста, я хочу остаться в команде, только пришло, пожалуйста. Прощай, обезьяна. Да ну это, я первый раз, вы это сильно со мной не играете, ладно? А, блин, ну ладно, пока. Я не понимаю. Лера, я уже сказал, от меня не спрячешься. Да из чего это я вот спрячусь? Ладно, не спрячусь. Хрейдушка, дорогой ты мой, ты последний. В смысле последний? Блин, реально последний. Ой, но перед тем, как я начну, хочу сказать то, что свою победу, если я побежу, а я побежу, или победю, но я эту победу посвящу своей маме, потому что мама это святое. Вот, погнали.
Ну, мама, это реально святое, а учитывая, что я твою маму знаю, Хрейд Гульнару, Гульнару, здравствуйте. Я может, даже тебе буду... ты на меня не отвлекайся, ты давай, Хрейд. Ну, я тебе пару вопросов, что ты, откуда ты мою маму знаешь? В смысле, откуда я твою маму знаю? Я с ней очень даже хорошо общаюсь. Так ты не бегай, ты там... Нет, там за маму, подожди, стой. Ну, может, за маму, картошка, мы ему второй шанс дадим. Гульнара, простите меня, пожалуйста, но ваш сын только что проиграл. Нет, я прошел, видишь, я все прошел. Картошка, у меня патроны кончились, сколько его? Стой! Ну, я пытался. По результатам первого раунда результаты неутешительные. Мы с картошкой надзиратели, а все те, кто закрашен серым цветом, в следующей игре будут сражаться за то, кто останется в команде, а кто навсегда ее покинет. 12 человек. Прямо сейчас у меня на глазах будут пытаться пройти эту смертельную яму со стеклами, которые или могут разрушиться у вас под ногами, или не разрушатся. Поэтому, ну вы как бы знаете, что надо делать. Андрючка, давай ты первый. Подходи и нажимай на любую кнопку. 10. Лерочка, попытай ты свою удачу. Ой, 6. Ну, это еще очень даже хорошо. Ну, короче, вы все поняли, что сейчас надо делать. Нажимайте на кнопки, а мы с тобой, картошечка, давай ты на правую вышку, а я на левую. А ты, банан, перед глазами не топай, ага. Ну, ребята, цифры-то мы выбили, давайте, кому единиц выпало, идите первые. Да что вы на месте стоите? Давайте, вряд ли остаемся, кто первый-то? Ну, я вроде. Ну, вот и хорошо, давай, начинай. Бананчик, давай, попытай свою удачу. Попытал удачу, я называю. Он, ты чё, на эники-беники ели вареники, что ли, выбираешь это? Угадал. Прыгай давай ты, вареник, давай, куда? Чё выберешь? Да. Первый пошел, банан уже сегодня потенциально вылетает из команды. Я ж только что попала в команду, не хочу вылетать. Печенька только что сделала. А кто третий? Прыгай. Так. Я промолчу. Ну вот. Ты даже не долетела, ты мне хочешь сказать. Ребят, ну мы с такими темпами не пройдем вообще никогда. Я вот это же говорю, вы хотя бы прыгайте, хотя бы долетайте до этих стекол. Ребят, к сожалению, номер 4 это я. Ну, давайте я лучше не пойду. Я же вот свеженький, молоденький, хорошенький арбузик. Ну, может, не надо все-таки. Ну, ребят, вот Херейд, в конце концов, мой брат. Да ты задрал, иди уже, проходи. Ну, извините, он меня задрал, честное слово. Кто следующий? А вот такого исхода событий я вообще не ожидал. Короче... Поменьше тараторте, или Хрейд вас реально будет сталкивать. Кто пятый по списку? Прыгай давай! Пожелайте мне удачи. А вот тут страшно. Может, назад? Ладно, хорошо, я иду вперед. Вниз, точнее. Кто там следующий? Кого пристрелить? Пончик. Пончик прыгает. Пончик, наверное, вырывается вперед или не вырывается вперед. Пончик! О! Нет! Слушайте, но она же почти прошла. Так, ребят, пончик почти прошла. Мы уже на 100% знаем, куда надо прыгать. Поэтому кто следующий? Давайте быстрее, пока я вас всех не поскидывал. Так, ну следующая я. Тут, в принципе, все понятно, поэтому поехали. Вы же понимаете, что вас осталось всего лишь 5 человек. И если вы сейчас все пропрыгиваете, тогда вы не вылетаете из команды 100%. И вылетают только... Ну, только вот эти вот трупаки, которые там валяются. А ты как бы не медли, сосина, ты прыгай! Господи, я смогла, я прошла это, вы давайте там тоже проходите, я в вас всех верю. Господи, у меня руки трусятся, сердце, все, всем пока, инфаркт. Стреляй по мне, я хороший. Я чуть не упал, вот, чё ты стреляешь? Умею я паркурить быстро!
А сейчас скажите, пожалуйста, как это произошло и почему только один Андре допрыгал? Я не умею паркурить быстро. У меня точно такая же причина. Я вообще не понимаю. В один момент просто. Я думал, все за мной прыгают, я прыгаю спокойненько. Знаете, они так красиво вместе поскользнули. Да, они там вместе просто. Как можно на ровном месте просто двоим упасть, я не понимаю. Если я еще скомандую или еще... Я повторяю еще раз, я могу медленно пропрыгать, но быстро я не могу. Вы знаете, я записал маршрут, как нужно прыгать. Я все записал точечками. В итоге я просрал. Какими бы Клайд и Стасик не были бы лохозаврами, но победителя у нас только три. Херейт, Сосина и Андре. А вот те, кто полностью закрашен черным цветом, сейчас будут сражаться за вылет из команды. Учитывая то, что у нас слишком много проигравших, мы решили их поделить на пары. Стасик, Костя, Клайб, Печенька, Обезьяна, Ксюха, Пончик, Банан, Лера. Стасик, ну ёперы СТ, а? Те, кто победил, вы можете быть свободными. Вы гарантированно не вылетаете из команды. Ну, а те, кто проиграли, финальный, последний раунд. Подойдите сюда ко мне и будем сражаться до последнего. Раз, два, три. Ксюша, я так по тебе буду скучать. Маша, не уходи. Правило есть правило. Ты сама согласилась. Ты знаешь, кто проигрывает, вылетает из этой команды. Твои последние слова. Я была рада с вами познакомиться. Прощайте. Ну а вы втроем давайте сражаться за то, кто сейчас получит мерч. На камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну, Андрей, я тебя поздравляю, конечно. Вот вы всегда всех спасаете, когда кто-то вылетает из команды. Можете спасти и Машу сейчас. Я уверена, если мы сможем собрать 400 тысяч лайков, то это вернет Машу обратно. Пожалуйста, поставь лайк и спаси жизнь чайнику.